Всем привет на моем канале Мастерская Палыча, и сегодня я вам покажу, как отремонтировать сгоревшую диодную лампочку. Вот образца, как ее можно отремонтировать абсолютно любому человеку, то есть любому мужику, который умеет в руках держать паяльник. Кому интересно, смотрим. Берем обычную вот такую вот диодную лампочку, заведомо сгоревшую, которая у вас перестала работать. Кручиваем. Сейчас я покажу, что она не работает. Вот, видите, никак не реагирует. Так, берем. Чтобы ее отремонтировать, нам понадобится ножик и припой, и паяльник. Вот таким вот образом нам нужно снять верхнюю крышечку. И видим поврежденный светодиод. Вот, черная точка. Так как они все между собой соединены последовательно, мы берем, срезаем вот этот вот сгоревший светодиод ножичком. Легким движением руки. Вот таким вот образом. Срезали, и теперь нужно замкнуть этот контакт. Берем паяльник. Сейчас его надо маленько флюсом обработать, чтобы хорошо запаялся. Вот. Берем припой. Вот таким вот образом закорачиваем его. И у нас все должно заработать. Хоп, лампочка горит. Все остается намазать вот этот вот крышечку клеем любым. И вот таким вот образом приклеить. И лампочка прослужит вам еще не один месяц. Самое главное, запомните, есть лампочки стеклянные, вот такие вот. Как вы видите, она у меня лопнула в руке и порезал себе всю руку. Так что будьте внимательны, обязательно стеклянные лампочки желательно не вскрывать. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал и не выбрасывайте лампочки, их можно отремонтировать.